В Заречной части города нет приемной депутатов городской думы, куда могли бы обратиться горожане со своими проблемами. Пожилым людям тяжело добираться в администрацию. Помещение для встреч депутатов с избирателями может появиться в здании ЖЭКа на Советской, 10А. Этот вопрос обсудили депутаты на заседании Думского комитета. Камнем преткновения стал ответ из центра ЖКХ, в котором помещение согласны предоставить, но не на безвозмездной основе, а только на взаимовыгодных для сторон в финансовых условиях. Это полностью исключает ту концепцию, которая установлена нашим решением, и на основании этого, учитывая, что вопрос по данному помещению в настоящее время не согласован, мы предлагаем не рассматривать проект решения, внесенный ранее на заседание городской думы, продолжить его обсуждение, либо с выработкой какого-то иного пути решения, либо вообще оставление данного проекта без рассмотрения. Вопрос с помещением решили пересмотреть и к заседанию Думы не допустили. Также народные избранники обсудили повышение зарплат муниципальных служащих. С 1 октября по указу губернатора ее увеличат на 6,5%. Деньги на индексацию уже заложены в бюджете города. Оклады были установлены в 2022 году указом губернатора. Сейчас вам, для вашего сведения будет донесен также указ губернатора о повышении окладной части лиц, замещающих муниципальных должностей и муниципальных служащих. Принят этот указ 22.09, то бишь в прошлую пятницу. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.